5, 4, 3, 2, 1. Взрослые и дети, спортсмены и любители почтили память героев Великой Отечественной войны дружеским спортивным состязанием. Стать участником символического победного забега в парке Малевича мог любой желающий, независимо от физической подготовки. Организаторы разделили бегунов на возрастные группы и предусмотрели разные дистанции. Маршрут достаточно, скажем так, простой, он подходит для всех. Это вот такие вот комфортные грунтовые дорожки. Для детей дистанция это 500 метров и 2 километра, для взрослых дистанции в 5 километров и в 10 километров. Патриотический забег для жителей и гостей округа в парке Малевича проходит уже второй раз. Принять участие можно было по предварительной регистрации на сайте. На наш взгляд, это важный день в истории нашей страны. И вот мы решили таким вот спортивным образом этот праздник отметить. У нас регистрация на этот забег, что в прошлом году, что в этом году, закрылась очень быстро. То есть мы фактически ее открываем и там через 2 дня уже закрываем. У нас лимит, установленный для комфортного, скажем так, нахождения в парке, это 300 человек. И в этом году также зарегистрировалось 300 участников. После забега все участники получили памятные медали, победителей и призеров каждой дистанции наградили дипломами. А для юных спортсменов подготовили сладкие призы – мороженое. Полина Толмачева, телекомпания «Одинцова».